Беларусь выполнит все достигнутые с Египтом договоренности. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Египта. Самих Шукри впервые в нашей стране. Во Дворце независимости стороны обсудили актуальные вопросы расширения белорусско-египетского взаимодействия, в том числе выполнение договоренностей, достигнутых по итогам январского визита Александра Лукашенко в Египет. Тогда на переговорах в Каире закрытых тем не было. Лидеры государства договорились, взаимное сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. Президенты завизировали 10 документов, половина из них – меморандумы о сотрудничестве в области правовой помощи, сельского хозяйства и науки. Договорились разработать дорожную карту развития всестороннего сотрудничества. Это поручение выполнено с акцентом на повышение результативности торгово-экономического взаимодействия. Еще одна из приоритетных задач – развитие промышленной кооперации. Сегодня с конвейеров в Каире сходят белорусские тракторы и грузовики. В столице Египта действует сборочное производство массы два бренда МТЗ. Планируется открытие сборочного производства Амкадора. Я очень хорошо помню последние переговоры в Каире, в Египте, с моим коллегой, с высшими должностными лицами. Это был очень хороший и, как я надеюсь, очень успешный визит. Мы тогда о многом договорились с президентом Египта. И ваш визит очень важен и значим потому, что он позволяет не забывать о наших договоренностях. Визиты высокого уровня членов правительства, будь то Беларуси в Египет или Египта в Беларусь, многое значит в плане реализации договоренностей, которые мы достигли тогда в январе во время переговоров. Мне показалось, что Беларусь будет весьма востребована в том экономическом росте, в развитии Египта. Я еще раз хочу подтвердить, мы сделаем все, о чем договаривались. Все будет зависеть от вас, от египтян. Мы настолько быстро можем развернуться в Египте, насколько это будут ваши желания. Поэтому я прошу вас, передайте моему коллеге и моему другу, господину Сиси, что мы полны решимости исполнять наши договоренности и что мы ждем его в Минске в удобное для него время. Белорусско-египетская дипломатия в этом году четверть века. Арабское государство для нас не только важнейший партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте. В январе-мае отмечен значительный рост экспорта белорусских товаров в Египет. Товарооборот за первое полугодие превысил 40 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 161%. Сегодня на встрече с главой государства речь шла и о международной повестке дня. Министр иностранных дел Египта подчеркнул вклад белорусской стороны в мирное разрешение региональных конфликтов.